Здравствуйте, дорогие любители православного кино. Конкурс короткометражного кино на кинофестивале «Покров» является одним из самых интересных и наиболее перспективных. Небольшое по времени игровое кино дает много возможностей для молодых режиссеров, чем они в последнее время успешно и довольно умело пользуются. В том числе это касается православных фильмов. Сегодня мы представим фильм молодого режиссера Святозара Головлева, который затронул тему церковной жизни в страшных 40-х годах 20-го столетия, когда и церкви практически все были уничтожены, а тысячи священников без суда и следствия были расстреляны. И вот в это время молодая пара решается уехать из города, чтобы покрестить своего младенца. Со страхом они преодолевают этот путь, на котором встречаются и другие люди, пришедшие в ту же церковь. А вот как будут развиваться события в этом фильме, вы сейчас и увидите. Итак, вашему вниманию предлагается короткометражный фильм 1937. Все на запись. Надо записаться. Ребят, ну договорились, идемте в тот конец. Подъем, подъем, ребят. А вы, товарищ, с нами на Беломор едете? Стёпа. Не, мы просто к родственникам в деревню едем. А то смотрите, запишем и вас. Подъем, подъем, ребят. Пошли, пошли, пошли. Кто там еще сидит? Пошли, а? Ребят, да, у кого спички есть? Дома спать будете, ребят? Подъем, подъем, пошли, 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 ребят, пошли. Тебе не стыдно, что мы не едем с ними? Нет. Мне стыдно и страшно. У меня такое ощущение, что все знают, куда мы едем, понимаешь? Даш, никто этого не знает. Что ты пишешь? Фельетон надо закончить завтрашнему дню. Я не понимаю, как в таком шуме можно писать. Подъезжаем, 101-й километр. Стоянка 2 минуты. Подъезжаем. Я слышу. Ты знаешь, куда идти? Сказали в начало перрона и по тропинке через лес до деревни. Тихо, тихо, ага. Все, все. Все, все. Ну что, пойдем? Угу. Это было? Зэки. Ты
Дорогая моя Дарья, пишу тебе из вагона. Со мной. Что это такое? Письмо родным. Нас 39 человек. И что с ним делать, болеют, с письмом? Но я здоров, ты сильно не переживай. Ну, здесь есть адрес. Угу. Наверное, нужно отправить. Штемпели, наверное, могут узнать, откуда письмо отправлено. Ну и что? Поймут, что его отправили мы. Кто поймет? Органы, Степ. И нас найдут. Даш, как они нас найдут? Ну, я не знаю. Ну, как они всех находят? Послушай, а может быть, его лучше здесь отправить, а не в Москве, а? Ну, здесь нас на почте точно запомнят. Ну, я не знаю. Ты же понимаешь, что это пособничество? Мало того, что мы идем крестить ребенка. Выбросить? Может, теперь надеяться? Может, он не только на нас надеется. Может, он выбросил несколько таких записок. В надежде, что хоть одну подберут и отправят. Не мы-то, кто-нибудь другой отправит. Кто? Кто отправит? Кто-нибудь. Если так волнуешься, то проще выбросить. Выбрасывай. Ну, я не знаю. А совесть, Степ, не замучает? Даш, мы идем крестить ребенка. И этим норму совести на сегодня мы как бы уже отрабатываем. Да, очень удобная у тебя теория, конечно. Тише. Хорошо, я завтра отправлю из Москвы. Тише, тише. Слышишь? По-моему, за нами кто-то идет. Даш, это психоз. Нет, нет, у меня слух лучше, чем у тебя. Ты слышишь? Там точно за нами кто-то идет. Степа. А где ты узнавал про этого батюшку? У нищего, на станции. На какой станции? В Крюково. Молодец, ты понимаешь, что это мог быть вообще не нищий, Степа? Даша, а где я должен был узнавать? Теперь уже все равно, по-моему. Слышишь? Догоняют. Слышу. Даш, так что, выбрасывай? А ты что, еще не выбросил? Нет. Ну а что ты ждешь, Степа? Тихо, тихо, тихо. Подожди, стоп, стоп, Степа. Идем так же, как шли. Тихо. Значит так, о записке мы ничего не знаем. Мало ли кто ее бросил. Не мы и все. Про церковь нам ничего страшного не будет, да? Ты здесь ни при чем, это я тебя потащил. Степа, какой же ты болван. Ну ты же журналист. Ты понимаешь, что если узнаешь, что ты потащил крестить, тебя больше никогда печатать не будут. Здрасте. Здрасте. Глупо получилось. Тихо-тихо. Может, вернемся и поищем? А ты помнишь, где я ее бросил? Нет. Деточки, а крестные ваши где же? Так, а мы думали, у вас тут кто-нибудь будет из местных? Откуда же, деточки? Я их сейчас достану. Ну, не по избам же ходить. Да и опаслив народ стал. Вот так. А без крестных никак нельзя? Это в ЗАГСе можно. А в Божьей церкви, деточки, нельзя. Никак нельзя. Ну вот, сходи-ка ты, дочка, по воду. Вот тебе ведерко.
Давай, иди-ка. Угу. Сейчас сюда пара приехать должна. Венчаться. Так может, из их компании кто согласится вам помочь? Подождем. Поздно. Все хорошо, деточки. Жених с невестой тоже вдвоем приехали. А если вы согласны свидетельствовать, они будут у вас крестными. Хорошо? Угу. Ну и ладно. Ну и что? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, товарищи, здесь с вами не встречались. Да, конечно. Безусловно. Крещается раб Божий Александр во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа. Облачается раб Божий Александр в ризу правды во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостеся. Аллилуйя. Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостеся. Аллилуйя! Тихо, тихо, тихо. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сам и ныне, владыка, не спасли руку твою от святаго жилища твоего, и сочетай раба твоего сего Василия и рабу твою сию Тамару, за ней от тебя сочетовается мужу жена. Исаи, ликуй, девы мне в чреве, роди сына Иммануила, Бога же и человека восток имя ему, его же величающее. Деву ублажаем. Святые мученицы. Святые мученицы, добрострадальчествувшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помилуйтесь душам нашим. Похож на военного. Мне кажется, он как-то странно себя вел.
Нормально он себя вел. И что они там так долго делают? Даш, не волнуйся, сейчас расплатимся и пойдем. Точно здесь? Да вроде здесь. Ладно. Стёп, пойдем. Пойдем, а то опоздаем. Старшина! Там в вагоне один загнулся! Рядом! Дорогая моя Дарья, я пишу тебе из вагона. Со мной 39 человек. Многие болеют, но я здоров. Везут не знаю куда. В общем, думаем на Колыму. Говорят, что мы враги советской власти. Но это какая-то ошибка. Надеюсь, что меня скоро освободят, ведь я не виновен. Ты сильно не переживай, береги себя. Передай моим, чтоб не волновались. Скажи, что жив и здоров. Очень соскучился. Крепко обнимаю. Твой Сергей. Посмотрев этот фильм, многим, наверное, вспомнились истории собственной жизни, когда тайно крестили родных и близких, боясь советской власти. Слава Богу, что эти страшные годы позади. Теперь никто не запрещает крестить, венчаться и отпевать усопших по православной традиции. Но насколько мы прониклись этими таинствами, в какой степени мы стали по духу, а не только по крещению православными христианами? Пожалуй, это самый главный вопрос нашей веры. Легкомысленный подход к вопросам религиозной жизни приводит нас к серьезным ошибкам в духовной жизни. Если уж Господь благословил вас крестить ребенка в православной церкви, то и дальше надо идти к Богу вместе с вашим малышом без оглядки на прошлую жизнь. Вместе учиться жить по заповедям Божьим, учиться любви, терпению и смирению.
Церковная жизнь есть путь ко спасению, и другого пути у нас просто нет. До новых встреч, дорогие христиане, в киноклубе «Покров». С Богом, дорогие друзья. Мира, здоровья и любви.